Это вот у нас сегодня деформация нижней челюсти. Видите, вот такая челюсть. Нижняя челюсть сильно выпирается, пасть вперед. Сегодня будем делать двустороннюю вертикальную остеотомию и коррекцию прикуса. Вот мы отмечаем линии разрезов вот тут у челюсти, вот это вес челюсти. Если суставной отрос вот так находится, примерно у него так вот. Высота 2 сантиметра ниже челюсти будет вот такой разрез. Кости будем делать вот такой вертикальный остеотомию. Фрагмент будет удаляться. Фрагмент А соединится с фрагментом Б. Сюда. Такой у нас план. Спасибо. Мы сделали двухсторонную остеотомию нижней челюсти. Вот прикус. Мы вот таким образом смещаем прикус назад. Вот видите, ровный ортогнатический прикус стал. Вот такой был, вот такой стал. Вот так зафиксировали. Спасибо. Мы зафиксировали, видите, центральные линии вот так совпали. Вот, зубы сместились назад, стал ортогнатический прикус. Вот прикус, он очень стойкий стал. Теперь зафиксируем посмотрим. Спасибо.